Ну вот так у нас выглядит приборная панель с дополнительными лентами светодиодными. Хотите сделать так? Смотрите видео. Привет, с вами Саня, мастерская «Семи с ключами». Сейчас будем демонтировать вот эту приборную панель и ставить сюда в панель приборов светодиодную ленту. Ну, естественно, для начала берем, опускаем руль, то есть был вот так, ставим, опускаем его полностью, откручиваем 4 болта. Они вот, смотрите, вот здесь один, другой и два снизу. То есть вот здесь вот, где они. Вот он один, ну и с этой стороны другой. То есть при снятом, оно вот сюда крепится. Сюда, сюда. И наверху вот на эти вот защелки. Но в принципе, если она вам не мешает, можно ее оставить и вот так. Дальше снимаем саму нашу вот эту приборную панель. Держится она вот на двух винтах, то есть вот здесь один винт и с этой стороны тоже один винт. Винты такие вот на 5 миллиметров. Все их выкручиваем. Не очень старая, точнее машина, то скорее всего тросика спидометра у вас нет, потому что спидометры уже стоят электрические. И выдергиваем вот эти вот колодки. Колодки все разного цвета, то есть их сложно перепутать, либо белая, либо красная. И выдергиваем их все. Вот смотрите, вот у нас вся подсветка, это вот три лампочки вот здесь вот сверху. Их сразу убираем, они нам больше не нужны. И откручиваем вот эту вот, как ее называется, вот эту ленту, этот хомут. После того, как мы открутили нашу вот эту вот ленту, на которой у нас держались наши лампы, можно оторвать вот эту вот, здесь у нас лампы стояли, их оторвать просто. Я просто взял ее этим отверткой, отломил их, она просто держалась на клее. Здесь у нас светофильтр стоит. Не знаю, может синий, может зеленый. Такой светофильтр. Если он вам нужен, оставляйте. Если не нужен, то уберите. Как бы светодиодные ленты бывают разных цветов, так что, в принципе, какой хотите, можете оставить. Ну все, сейчас паяем светодиодную ленту и вставляем ее вот сюда, вот в эту пластмасску. Светодиодная лента у нас приклеена. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре секции. Провода выведены. Вот здесь вот я просверлил дырку и вывел провода. Так, ну что, представляем вот так, как она и была до того. То есть вот так вот. И можно использовать суперклей, можно использовать горячий клей. И в принципе просто приклеиваем. Горячий клей довольно-таки хорошее изобретение. Приклеивает в принципе все, что нужно. Здесь не нужно особо прочное соединение. Здесь нужно соединение такое, чтобы, ну, в принципе, просто держалось. Чтобы само не отпало. Вот так надо сказать. То есть, в принципе, вот так вот и все. Можно проклеить по всему периметру. То есть, так, внизу, с этого, с другой стороны. В принципе, это не настолько нужно. Ну все, идем и пробуем на машине. Так, еще не забываем вот сюда прикручивать наши провода. То есть они в принципе у нас были вот отсюда выходили. Они у нас выходили вот отсюда, вот эта лента, и подцеплялась
вот на эти болты. Я сделал все точно так же, то есть посадил на болты. И в принципе, если у меня сейчас я подключаю к машине и у нас не работает светодиодная лента, просто меняем провода местами на этих винтиках, то есть не используем пайку. Ну и проверяем, естественно, все лампочки, чтобы у нас они все работали. То есть эти, вот эти, то есть все лампочки, какие у нас есть, все проверяем, чтобы они у нас светили. Так, ну все, полностью все лампочки мы проверили. Лампочки у нас все целые. Все, в принципе, отлично. Вот этой у нас лампочки, в принципе, не нужно. Она у нас для вытягивания подсоса. У нас подсоса нет. Ну и все. Пошли ставить на машину. Все, в обратном порядке собираем. То есть, вставляем, подключаем провода и прикручиваем нашу эту. Так, сначала провода вставляем и проверяем светодиодные лампы и светодиодную ленту. Так, ну что, смотрим, что получилось. Вот у нас включаем подсветку. То есть даже днем видно, как подсвечиваются у нас приборы. Прекрасно, отлично светит. Ну, естественно, проверяем все остальные приборы, куда мы ставили светодиоды. То есть поворотники есть, датчик масла есть, дальний свет фар, все работает. Ну, в принципе, и все. Все, что мы хотели сделать, это сделать подсветку приборов. На десятке сделать ее очень легко. Ну, в принципе, и все. Всем пока, удачи!